Всем привет, с вами канал Art Mania. И сегодня я буду красить вот эту вот трубу. Точно такая же в Диминой комнате. И чуть-чуть буду подкрашивать в туалете. Сейчас покажу вам. У нас начался ремонт в туалете. Свекор, не знаю, почему поставил первым делом, вернее, именно вот эти шкафчики. За которыми даже ничего нету и где еле помещается унитаз. Ну, как бы это не проблема, дверцы всегда можно снять и заменить. Вот, и вот здесь у нас труба натекла. Вот здесь сделали, заделали ее. Вот она, видно. И я хочу там заново все покрасить, чтобы потом в случае чего, если она потекет, чтобы было видно. Вот. И в Диминой. И потом я вам покажу конечный результат. Если у меня останется силы, то, наверное, я вот эти вот подтеки тоже закрашу, чтобы было более понятнее. Потому что свекор сказал, что, наверное, вот здесь вот будет у нас маленькое окошечко. И мы будем смотреть, чтобы мне было вот это вот видно. Вот. Ну, здесь пока у нас стены тоже ободранные такие. Здесь будем класть плитку. Все постепенно, все не сразу. Вот. Ну, зато унитаз новый. Но не очень хороший. А вот, все постепенно. Итак, мы находимся в фикс-прайсе. Здесь интересные чашечки для меда. Для конфет. Такие бабушкины. Светильник интересный. Разнообразные звездочки. Луна. Фонарики красивенькие. Батарейки, все-все прочее. А здесь у нас пазл. Стоит 199 рублей. Посмотрите, какой он красивый. Какие мишки красивые. Такой детский, такой классный. Он яркий такой. Здесь свечи. Необычная свеча. Она такая очень тоненькая. Такая... какая-то, не знаю, нестандартная. Она ставится и загорается. Не знаю, как она будет служить. Напишите в комментариях, если кто-то уже пробовал. Разные запахи, разные цвета. Это свечки. Здесь тоже много необычного. Фламинго, мишки. Все готовится к празднику. Красота. У меня сын пока ест кашу, я сейчас буду делать ему гамбургер. Ну, кашечка. Гамбургер, да, у нас тут так, корочка. Ой-ка. Так, у нас наша буханка хлеба. Пахнет ароматно. Невозможно, как пахнет она. Так, мы отрезаем тоненько его. Хлеб отрезаем. Отрезаем тонко не потому что мне жалко хлеба, нет. Просто он пополам у нас будет складываться, чтобы ребенку было удобно жевать. Тут тоже пополам. Вот. Так они будут. Так, помидорка. Я ему пока оставим. Обка. Попутка. Попутка. Жопка. Яблоко. Так, сюда. И вот так вот. Сюда. Папа, я... Пока сюда. Папа. Так, также хочу ему отрезать лучок тоненько. Лук сейчас есть надо. Вчера я, к сожалению, делала гамбургер, забыла его положить.
тут у нас огурчик есть, чищенный. Вот, и мы режем тоненько огурчик. И кладем их сверху. Тоненько, это чтобы он смог прожевать и откусить, чтобы ему не пришлось рот открывать там, не знаю, как высоко, вернее, широко. Вот. Тут тоже. Так вот, половинки. Сюда. И сверху накрываем. Вот такой у него гамбургер. В будущем я планирую сделать какой-то сыр свой. Какой-нибудь плавленый сырок я хочу в будущем сделать. Вот, ну пока вот так вот. Вчера он ел, ему вчера очень понравился он. Такой. Кстати, пахнет ароматно, невозможно. И плюс еще на диете. И это вообще вдвойне ароматнее. Ужасно хочется, но знаешь, что нельзя. Ау, ау, ау. А, ну вот. Такой. Слушайте, настолько мандаринов у меня еще никогда не было. Это вот мама купила 3 килограмма где-то. Здесь я купила еще столько же на подоконнике, даже чуть побольше. Я купила 3 килограмма, и мама купила, наверное, здесь где-то 3 килограмма. Короче, смотрите, заряжаю батарейки. Они у меня уже стали разряжаться очень быстро. И сейчас я тут, у меня провела маленькая фотосессия, это еще столько продуктов, на которые я буду делать обзор. У меня тут даже лежит список, я записываю каждый раз список, что мне надо сфотографировать, чтобы потом в ролике выставить на заставку каждого обзора. Вот еще сколько интересного. Тут кокосовое молочко, надо посмотреть. Я посмотрю потом, делала я на их обзор или нет, потому что я не помню вот насчет вот этого вот. Вот, и вот икра, все для вас, это интересно, посмотрите. Особенно, я думаю, наверное, будет интересно вот эти вот варианты. И, конечно, вот этот. Вот, ну, та, не знаю, посмотрим насчет нее. Вот, и хотела перекидывать с фотоаппарата, у меня уже заполнилась память, первый раз такое за многие годы. Вот, из-за того, что компьютер часто ломался, память у меня забита на фотоаппарате, потому что я каждый раз боюсь, если сломается компьютер, то я много фотографий потеряю. Поэтому они держатся там. Вот, надо это все разбирать. Пока сейчас они будут 5 минут, наверное, где-то заряжаться, эти батарейки. Я пойду сейчас разберу фотографии. Вот, поудаляю половину. И потом вернусь и буду перекидывать. Посмотрю, как у меня получилась фотография с этими продуктами. И буду дальше, потому что список тут большой довольно. И я хочу, пока обед, пока Димочка спит, пока не стемнело, я хочу успеть здесь все сфотографировать. Вот. Вот это место, которое вот я как раз фотографирую здесь.